Юрий Георгиевич, расскажите нам, когда вы родились, когда пришли в волейбол, скажите немножко о себе. Родился я очень давно, 28 декабря 1948 года. Волейбол пришел в нашу любимую с Дюшор номер 3 в 1975 году, еще когда учился на последнем курсе Ивановского государственного педагогического института по технике. В 1976 году, после окончания университета, был принят тренером, на должность тренера специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва, где по сей пору и продолжаю трудиться. 40 лет получается, да? 41. Ну, официально 76-й, а так пришли 75-м, так? Да. 41. Расскажите о своих выпускниках, то есть лучших воспитанников, будем так говорить. Кого можете вспомнить? Ну, воспитанников своих я всех помню. Их очень много. Из лучших могу отметить тех, которые добились значительных результатов на волейбольных площадках. Это Овчинников Александр, 1966 года рождения, чемпион мира и Европы среди молодежных команд. Евгений Соков, 1971 года рождения, чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира среди молодежных команд. Соков Евгений, двукратный чемпион России в составе команды Белогорье, город Белгород. Алексей Картаев, Виктор Хохлов, 1977 года рождения. Витя стал чемпионом России в составе МГТУ по тем временам. Алеша Картаев поиграл в команде Воронежа, где до сих пор и живет. Вот скоро поеду к нему в гости на полуфинал первенства России среди юношей 2002 года рождения. Ну и вспоминая начало, хочется вспомнить ребят, с которыми именно и начинал я волейбольную свое прошлое. Это ребята 1963-64 годов рождения. Некоторые до сих пор еще в строю и продолжают играть в волейбол. Саша Князев живет в Санкт-Петербурге. Это мой любимый воспитанник, бывший капитан сборной России тех времен, который поиграл в команды Суперлиги. Александр Муравьев живет сейчас во Франции. Валера Тузов живет в Норвегии. Валера Зимин на Украине. Ну и многие-многие другие. Часто общаемся. Воспитанники не забывают
поздравляют со всеми праздниками. И очень приятно. Расскажите немного о своей семье. Ну, недавно отметил сорокапятилетие совместной жизни с моей женой Маргаритой Федоровной. Свадьба у нас 45 лет, это у нас сапфировая свадьба. Сын Роман живет в Москве, закончил наш энергетический университет и продолжает работать в столице России. Внук Лев в этом году пошел в первый класс. Тоже волейболист будет? Он сейчас ходит заниматься и футболом, и волейболом, и плавает в бассейне. Ну, то есть спортсмен будет? Надеемся, что какой-нибудь вид спорта для себя выберет. Самое главное, чтобы вырос хороший человек. Ну, Юрий Георгиевич, спасибо вам за ваше откровение. У вас будет скоро день рождения. Поздравляем вас от всей души. Желаем здоровья, долголетия спортивного и тренерского. Ну и оставайтесь таким, какого вы есть, добрым, отзывчивым, сердечным человеком. От всей души еще раз поздравляем. Спасибо, Жень.